Всем привет, друзья! С вами я, это наша рубрика. Ну, приложение игры под iPhone, то есть под iPhone. Проходи, проходи! Только дверь закрой, дует! И вот, вашему вниманию, представляю очень крутую игру, которую мне посоветовали люди, да, отснять ее. Называется она Hearthstone. Вот, я уже как бы тут попроходил, да, чуть-чуть поизучал ее, но хотел бы вам про нее реально сказать. Первое. Она действительно очень крутая, очень классная. Blizzard, я знаю, что Blizzard снимает, то есть делает действительно потрясающие игры, крутые. Особенно, чем удобно, хорошо, да, у них игры идут все под Mac одновременно. То есть, мне нравится, например, нравится StarCraft, да. И как бы StarCraft, он идет даже на iPhone, оказывается. И эта игрушечка у нас еще идет на iPhone. То есть, все вообще четко как-то. Как-то так. Ладно, давайте поедем. Я вам покажу, что умеет эта игра. Вначале вы, когда ее запустите, у вас будет там 5 тестовых заданий, то есть там 5 заданий прийти. После этого у вас появится эта игра «Приключения и арена». Да, то есть уже откроется у вас магазин, откроется у вас задание, комплект и моя коллекция. Вот. Гриша меня на эту игру подсадил, да, мой подписчик, да, с кем мы играем. То есть под ником Акос. Мне она понравилась, действительно. Ну давайте, нажмем игра, посмотрим, что у нас она может. Так, вот это я играл, да? Я играл вот магом, видите вы, да? То есть... Покажу вам. Игра подбирается подходящий по уровню противника. Что это было? По уровню противника игра подберет. Ну и долго ты будешь крутить. Ну. Опа, ваш противник. И что это значит? Джайна! Джайна! Не стоило напрашиваться. О, сети, моя, кстати, магия сокрушит тебя. Мы, кстати, играем по сети сейчас. Ну, давайте посмотрим. Расскажу вам, что вот вы видите, вот эти циферки 5, 3, 5 это сколько уронов тебе наносит. 3 это сколько ты можешь нанести урон противнику. Ваш противник думает. О чем ты думаешь? Давай, чувак, пошли. Мой ход. Дело сделано. Дело сделано. Мне не хватает маны. Поехали. Ну, давай, чувак. Мани. Угу. Вау. То есть 3 удара он не может нанести, а с 2 ударов я его смогу убить. То есть с 3 ударов он меня может. То есть 30. У него тройка, то есть будет 27 в итоге. У меня тоже он есть. Мне не хватает маны. Маны это вот здесь вот эти вот 0-2, видите, вот справа. То есть вот как-то так. То есть 0-2. Сейчас вы видите, 27. Угу. Отлично, чувак, отлично. Видите, у нас здесь сколько? 3 манов. То есть, смотрите. Ну, чё ты зависаешь? Бум. Да ладно. Ну давай, пошли. Потрясающая графика, потрясающая игрушка. Очень советую. Вау.
в нее поиграть. Огненный шар — это действительно крутая вещь. Ну, мужик, давай. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Один на один, с одного удара я его могу вынести. Или он мне нанесет, может нанести один урон. Ну, давай, думай, чувак. ССП. То есть ты мне так сделал, блин. У меня вот есть защита. То есть он не сможет попасть. 1-1, который не сможет мне попасть. Он должен ударить вот именно по ней. Это существо сможет атаковать в мой следующий ход. Это существо сможет атаковать в мой следующий ход. То есть он может только сверху меня бомбить, и все. Вот это вот, где у него кнопка, где у него два. Вверху у него. В ней надо на самом деле посидеть полчаса, подумать, разобраться в этой игрушке. Они даже не узнают, что их убьют. Ну, давай, мужик, думай. Посмотрим. Но думает он очень долго. Чё таращишься? Кстати, вначале, когда вы ее загрузите, вот, у вас будет, ну, озвучка голоса — это тот, кто, кстати, озвучил Ви в начале фильма. Что наносит 3 урона. Так, тут 4-4. Вот еще одна защита у меня. Смотри, сейчас я нанесу 2 урона. Раз. И еще 3. Отлично. То есть он до меня не доберется, пока не пробьет мою защиту. У него есть... Он может пробить мою защиту. 6-6, у него, у меня 3-5. 3-5 там, 3-5 тут. Посмотрим, что произойдет. Сложим, превратил меня в барана, тварина. Скотина. Молодец. Кстати, я хочу на выходных постримить именно эту игру. Если вы желаете, да, то ждите, готовьтесь. Будем ее стримить. Ну, давай. Давай быстрее нажимай. Мой ход сейчас будет. А не твой. А, 4. Ну давай. Быстрей. Интересно. Очень интересно. У меня кончается время. Нихрена себе. Ах ты ж говнюк такой. Лидер. Даже не узнает, что я убила. Я этим займусь. 9. Дело сделано. По-любому, дело сделано, друзья. Ну, быстрее, малыш, думай, малыш. Кто там играет вообще, а? Есть деньги! Защита!
защита у него, защита поставил. Ну давай, давай, молодец. Может, ты долго будешь думать? Шесть! Ах ты сволочь! Огненный шарик, я хочу! Умно, грамотно, красиво! Ну вот, друзья, вот так вот меня и уничтожили. Поражение. Айфон. Награда за сыгранность матч на айфон. О, спасибо. То есть вы можете играть на компьютере, на айфоне, то есть одна учетная запись, запись Battle.net, и как бы все. Я вот еще вам приключения покажу. То есть давайте черную гору поиграем. Главную кнопку выпрямляем, карты затягиваем, болты, креатив так и прет у них. Шайна и Гул'дан. Гул'дан, моя душа будет моей. Не стоило напрашиваться. Все, кто хотите поиграть, вон на медиапиксе, находите меня. Будем сражаться. Дело сделано. Дело сделано. По-любому. Так. Дело сделано. Мне не хватает маны. Игру ли интересно? Ну, смотрите, понаблюдайте. Я этим займусь! Дело сделано! О, у тебя неприятности. Кто хотел увидеть Вуд? Сволочь удвоила. Шар. Ее превращение дает, когда защита стоит, вот только тогда ее можно, в принципе, использовать. Выберите две карты. О. Дело сделано. Заканчиваем. Я готов, а я не готов. Я ее стримлю, кстати, на Твиче, в будние дни. Так что заходите, смотрите, кому интересно. Ну и на выходных, думаю, постримим ее тоже.
Ключ, выберите карту. Я этим займусь! Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Вот, чередечки, стрелы. Вот и все. Шансов у него на победу практически идут к нулю. Я лечу! Не трогай свечу! Мой ход. Одному удар, это два удара. Хотя, когда ты проигрываешь себе по барабану, да, тут у тебя появляется много чего хорошего. Вот что я вам хотел сказать. Ладно, всем спасибо. Всем пока. Смотрите, следите за каналом, за новостями в группе. Это был Hearthstone. Всем удачи, всем пока.